Ладно, давайте еще потренируемся, раз деление с остатком вызывает такие трудности. Давайте потренируемся. Вот будем опять делить и смотреть, какие у нас частные остатки. Вот мы делим число 0. 0. Какой у нас будет частный остаток? 0. Если 0 яблок, мы делим 12 человек. 0 делить. Значит, ну, естественно, у нас никому не останется ничего, и в остатке ничего не останется. Значит, 0 и 0. Теперь мы делим одно яблоко на 12 человек. Что получится? 0 и 1. Значит, 0. Никому целого яблока не достанется, а в остатке будет 1. И 2 яблока делим никому. Да. И так далее. Да, до какого-то критического момента. Вот 11 мы делим. Что у нас будет? 0 и 1. Пока еще 0. А останется в остатке 11. А вот дальше уже и тут-то наступает это самое. 1-0. Как говорил философ Гегель, переход количества в качество. Значит, что получается? Мы добавляем еще 12, еще единицу. Получается уже 11. 12 получается 1 в частном, а в остатке. В остатке 0. Как это еще можно понять? Вот мы шли по кругу. Мы сделали как по часовой стрелке. 0, там 1. Как в часах, давайте я его буду рисовать, как принято. Против часовой стрелки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и, значит, 12 часов, как бы, это снова 0. Но мы сделали один полный круг. Вот здесь это у нас уже теперь будет один полный круг. А здесь что будет? 1, 2. И здесь будет наконец 11. Это какое число мы делим? Это будет 23. Это будет, когда нам не хватает одного яблока, чтобы всем дать по 2. Это будет 23. И вот мы дошли, значит, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. 24 яблока уже у нас по 2 каждому и 0 остается. Значит, ну и здесь будет так. Что будет 2 яблока и по 11? Это сколько? 35. 36 это будет 3 и 0. И так далее. Но теперь можно догадаться, что в обратную сторону будет то же самое. Значит, вот если мы считаем как 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, а потом снова 11. Значит, если мы. Какое будет здесь следующее? Вот здесь что будет? Минус 1, 0, минус 2. Где будет 0, а где минус 1? Чего здесь будет следующее? Даже по аналогии здесь. Перед нулем у нас обычно идет 11. Если мы двигаемся в эту сторону, то после нуля снова будет 11. Смотрите, здесь было 12 раз была единица, потом 12 раз был 0. А дальше будет следующее, будет как это самое, как считают, когда запускают ракету. 3, 2, 1, 0, минус 1, минус 2. Она все не взлетает, не взлетает. Значит, будет минус 1. А вот так, минус 2. Нет, минус 1 и 10. Это будет какое число? Минус 2. Это будет минус 2. Почему? Потому что минус 1 на 12, минус 1 на 12 это минус 12 и плюс 10. То есть это будет минус 2. А вот наше любимое минус 5. Значит, оно было, можно даже посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10, 9, 8, 7.
будет там далеко-далеко, будет, я не знаю, минус 3 и 7. Что это? Частное минус 3, остаток 7. Что это за число? Это как вы получили? Минус 12 умножить на... Ой, 12. 12 умножить на минус 3. Здесь будет число 12 умножить на минус 3. Плюс 7. Плюс 7. Значит, это будет минус 36. И плюс... На 7 градусов теплее минус 36. То есть это минус 29. Минус 29. А минус 2,7 сколько будет? Минус 17. А минус 17, потому что 12 на минус 2 это минус 24, а плюс 7 это минус 17. И минус 9 плюс 12. Да, и вот здесь 12, здесь 12. Ну, естественно, у нас как бы стрелка идет по кругу и делает полный оборот каждые 12 раз. 12 часов. Значит, соответственно, было, там она была в точке 7, она была там в минус 29, минус 17, минус 5, там 7 и так далее. Вот это все деление с остатком положительных отрицательных чисел.